Доброе утро, телезрители! Всем желаю отличного дня. Если вы смотрите эту рубрику впервые, вот, пожалуйста, читаем, знакомимся. Мы сегодня приготовим вкусную киту. Для начала что мы делаем? Соль. Как можно больше, ну, не то чтобы как можно больше, ну так, достаточно много соли. И все это разбавляю водой. Получается солевой раствор, куда мы отправим стейки буквально на 30 минут. Вот, собственно, в таком виде стейки киты у нас должны простоять минут 30. За это время рыбка возьмет именно столько соли, сколько ей нужно. Дополнительно солить не придется. Итак, у меня есть три компонента. Это помидор, нарезаю его кольцами. Это половинка лимона, тоже кольцами, полукольцами, как удобно. Вот этот остаток лимона, мы его тоже не выбрасываем. Весь сок, который в нем есть, выльем на рыбку. Ну и теперь тут уж точно полукольцами репчатый лук. Таймер прозвенел, 30 минут позади. Я уже удалил рассол, вылил его. Сейчас возьму бумажные полотенца для того, чтобы просушить хорошенечко киту, лишнюю влагу убрать. А далее все очень просто. Я беру фольгу, застилаю фольгой противень. А теперь по отдельности каждый кусочек. При этом, конечно же, не забываю добавлять наши ингредиенты. Это репчатый лук, это помидор и лимончик. Все стейки у меня уже запакованы на противне. Сейчас отправляю в духовку при температуре 180 градусов примерно на 10-15 минут. Ну вот и все, друзья мои. Кита дальневосточная, вкусная и сочная при этом. Господи, а какой аромат стоит, вы просто себе не представляете. Правдин приготовил, приятно подкрепиться.